Рыцарская армия Англии преследует отступающих на север шотландцев. Английский барон при содействии короля под своими знаменами ведет 8-тысячную армию, чуть ли не целиком состоящую из рыцарей и сержантов. Барону приходится не сбавлять темп своей армии, чтобы нагнать трусливых шотландцев, несмотря на возможное истощение собственного воинства. Рыцари и сержанты имели тяжелую экипировку, и прежде чем битва состоится, рыцарям приходится преодолеть большой путь. Шотландцы надеялись вымотать английскую армию, прежде чем те сойдутся в битве. Также, отступая на север, к шотландцам присоединялись новые подразделения. Таким образом, армия северян разрослась аж до 7000 бойцов. Шотландская армия не имела тяжелой экипировки и постоянно двигалась налегке. Таким образом, бойцы оставались свежими перед предстоящей бойней. Лидер шотландской армии собрал под своими знаменами 4 подразделения шотландских рыцарей, явно уступающих любому рыцарскому подразделению Англии, а также 4 подразделения сержантов-всадников, что могли разве что связать кавалерию Англии в ближнем бою и не более. 400 пикинеров, 1000 пеших сержантов и более 5000 горцев, что вообще не представляли угрозы для любого подразделения английской армии. Английский военачальник, нагнав шотландскую армию, заприметил линию выстроившихся пикинеров и резервы, находившиеся позади пикинеров в Шотландии в виде пеших сержантов и множеств тысяч горцев, а также не более 4 подразделений рыцарей Шотландии по флангам. Английский лидер, видя примитивную формацию воинства неприятеля, преисполнился уверенностью в предстоящей победе. Военачальник английской армии выводит вперед 500 лучников и направляет за ними пешие подразделения рыцарей и сержантов. Также английский военачальник направляет 8 подразделений конных сержантов на левый фланг и 4 подразделения рыцарей на правый, оставляя при этом в резерве еще 8 подразделений тяжелых рыцарей. Он рассчитывал, что сержанты и рыцари, ударив с обеих флангов, вынудят лидера шотландской армии отвести пики на фланге, таким образом дав возможность пешим рыцарям Англии без труда ударить по слабейшим подразделениям Шотландии, что находились в резерве. Шотландский полководец, видя, как многочисленная кавалерия неприятеля обходит с фланга, приказывает рыцарям встать клином и готовиться к встречному натиску. И когда время пришло, шотландские рыцари направились прямиком навстречу кавалерийским лансам англичан. После натиска толпы горцев из резерва ввязываются в бойню кавалерийских подразделений. Английские рыцари не упускают возможность нанести сокрушительные натиски по незащищенным построениям горцев, что только вступили в бой. Но конные сержанты Шотландии, что выступили из резерва, успевают перехватывать натиски англичан, таким образом завязывая одно рыцарское подразделение английских всадников за другим в ближнем бою. Тем временем, на другом фланге тяжелая кавалерия сержантов уже вступила в бой с рыцарями Шотландии. Плотный строй кавалерийских сержантов Англии становится сладкой мишенью для застрельщиков горцев и конных сержантов Шотландии, что отрезают маршруты неприятельской кавалерии от возможного удара в тыл. Тем временем лучники Англии выпускают 1000 стрел по незащищенным горцам и пикинерам. Английская пехота медленно, но верно подступалась к пикам. Когда английский лидер дал добро, все пешие подразделения Англии, включая пеших рыцарей, бросаются на подразделения пик горцев. Также пешие рыцари устремляются к собственным конным подразделениям для содействия в ближнем бою. Но тех по флангам от фронта, состоящего из пик, перехватывают гологласы. Ударная пехота горцев вооруженная топорами. Таким образом, легкой пехоте горцев удается связать боем пеших рыцарей, не дав тем вступить в бой. Лидер английской армии, видя то, как план с ударом кавалерии по флангам должным образом не выполняется, решается вывести резервы тяжелых рыцарей и направляет их по оба фланга.
Шотландский командующий не имеет более резервов для успешного перехвата вражеских осадников, а посему решается и сам вступить в бой, однако не успевает набрать нужной скорости для предстоящего встречного натиска и оказывается под ударом сразу двух подразделений тяжелых рыцарей. Горцы, находившиеся еще в резерве, делятся на две группы. Одна группа вступает в бой к уже готовящимся бежать пикинерам от низкой морали. Вторая же группа делится по флангам и вступает в бой с кавалерией, также направляясь на помощь к рыцарской кавалерии своего военачальника, дабы сберечь его от мечей английских рыцарей. Пики не выдержали напора пеших рыцарей Англии, закованных в броню, и пустились в бегство. Горцы же обладали выдающейся боевой моралью, и о отступлении в любом его виде и речи не было. Горцы достойно сдерживали натиск пеших рыцарей и сержантов Англии, хоть и уступали тем в силе раз так в пять. Огромные потери шотландской армии в авангарде вынуждают горцев и все еще боеспособных рыцарей Шотландии на правом фланге контратаковать. Застрельщики горцев нанесли сокрушительный урон завязшим в бою сержантам Англии, тем самым позволив пехоте и всадникам Шотландии начать сминать ряды неприятеля на этом фланге. Английский лидер, видя то, как инициатива наступления на правом фланге перехватывается горцами, решает и сам вступить в бой. Натиск его кавалерии сметает гологласов и дает возможность перегруппироваться отступившим рыцарям. Однако боезапас застрельщиков горцев все еще не на исходе, а поэтому дротики полетели прямиком в командующего Англии. Английский командующий получает смертельную рану от нескольких дротиков и падает с лошади замертво. Это событие вдохновляет абсолютно всех горцев на этом фланге, несмотря на собственные потери, после чего мораль шотландских бойцов резко возрастает, и все еле стоящие на своих двоих вкушают второе дыхание, после чего под неистовым натиском бросаются с правого фланга в тыл всей английской армии. Пешие рыцари Англии уже пировали свою победу и добивали горцев, но видя то, как разъяренные шотландцы сметают одно подразделение за другим, теряют боевой дух и начинают бежать. Отступают все без остатка. Это спасает не только положение левого фланга, где шотландские ряды были почти полностью перебиты, а также самого военачальника шотландской армии, что не щадя собственную жизнь, сдерживал натиск рыцарей, теряя при этом огромное количество бойцов. Рыцари, поддавшись панике, видя, как весь авангард собственной пехоты бежит, тоже начинают отступать. Горцы гонят их прочь, нагоняя отступающих бойцов Англии, добивая тех на месте. Эту битву английская армия запомнит надолго. Потери были слишком велики. 3000 рыцарей и 4000 сержантов были убиты либо взяты в плен. Шотландцы же утратили 6000 бойцов. Почти все рыцари и сержанты пали. Не забывайте ставить лайк, поддерживать ролики комментарием. Спасибо всем тем, кто поддерживает канал донатом. Ролики сейчас делаются исключительно лишь благодаря поддержке материальной, ведь монетизации нету. Спасибо.